На черно-белых, порой нечетких, как будто сделанных случайно фотокадрах настоящая история. Они долгие годы хранились в семьях и архивах Звенигородского музея. Уникальная передвижная выставка «Рубеж обороны Москвы» под Звенигородом впервые открылась в культурно-досуговом центре «Успенский». Выставка, которая несет свою историческую память. И наше учреждение очень радо этой выставке, потому что она будет воспитывать молодежь. Дает воспоминания нашему населению. Первыми посетителями экспозиции стали местные жители, представители администрации, краеведы со всего Подмосковья. Посетила ее и министр культуры Московской области Елена Харламова, для которой также провели экскурсии по всему культурно-досуговому центру. По словам организаторов выставки, чем больше людей знают об уникальности наших мест, тем выше вероятность сохранения истории родного края. Здесь сохранились остатки военно-фортификационных полевых сооружений. Вот. И, к сожалению, они исчезают. Но, учитывая сложную строительную обстановку вот в ближайшем Подмосковье, со временем это все уходит. И вот одной из задач проекта – сохранить вот то, что еще осталось, поставить их на охрану, превратить в объекты такого музейного значения и экскурсионного показа. Уже сейчас для туристов разработано несколько экскурсионных маршрутов. Дунина, Аксинина, Синькова, Козина и многие другие населенные пункты и территории хранят братские могилы, элементы обороны, постройки времен Великой Отечественной. Это значит, на этой территории 5-6 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление. Здесь впервые с начала Второй мировой войны немецкая армия была развернута и повернулась назад, да? Увидеть эти уникальные ландшафты могут абсолютно бесплатно все желающие. На 4 авторских маршрутах расположены указатели, информационные стенды, таблички. Узнать историю сел и деревень Звенигородского рубежа можно с экскурсионными группами или самостоятельно, используя аудиогид. Дорогие уважаемые жители Одинцовского городского округа, мы стараемся сделать, чтобы наш туризм и все, что мы знаем о нашем крае, было доступно и для вас, и для наших жителей. Поэтому ждем вас в гости, и не только в гости, а в общем-то в качестве туристов на наших тропах. АКДЦ «Успенский» приглашает всех на фотовыставку. В скором времени она будет представлена и в других культурных учреждениях нашего округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».